Давным-давно в далекой-далекой галактике. Я о том и говорю. Сейчас художнику идти либо эльфов рисовать, либо, не знаю, фермы какие-то. Не, ну да, ну бронелифчики как-то это святое. Сейчас вообще относится так, как будто бы дворник. Знаешь, надо задачу сделать, там подойти, убери и как бы и все. Ну или как менеджер. Никакого креатива и никакой фантазии. Ну, возвышенные цели, это, конечно, не то совсем. Я, кстати, недавно смотрела на Ютубе, там, помнишь, эти диснеевские сцены, как их классно такие рисовали с красками, там, ходили на пленэры. Блин, это было так круто. Сейчас... Ой, да. Не, на самом деле, сейчас и кино уже превратилось в какой-то гребаный аттракцион. Поставил на зеленый фон человека, прилепил к нему лицо знаменитости, ты и все. Никакого таланта, никакого творчества. Штамп, штамп. Штамп. А ты что скажешь? Так что, нет кино творчества? Или есть? Сложно сказать, студийное кино, скорее всего, там больше конвейерность, нежели творчество, потому что студии должны выдавать фильмы под определенные даты, у них все это записано на года вперед, то есть это удивительно, когда говорят, что такой-то вот супергеройский фильм выйдет в 2020 году, 22 августа. То есть все это просчитано, не сказать, что здесь есть творчество, в большей части, безусловно, есть какой-нибудь Джеймс Ганн, человек, который снимал когда-то «Порн для всей семьи», так назывался мини-сериал, где снимались в том числе и порно-знаменитости. Это, грубо говоря, комедия, построена на восприятии человека порно-актрисы. То есть там порно-актриса появляется, естественно, будет ожидание, что сейчас там порно какое-то. На самом деле, совсем другое имеется в виду. Например, там говорят, что я починил вам машину, что же вы попросите за это? Покажи свою киску. Начинает трястись, он говорит: «Господи, ты раздеваешься, ты же будешь похож на шлюху, я про твою кошку». Может, я проверю твой двигатель? А под двигателем вы подразумеваете мое влагалище? Что? Ничего, я просто подумал. Нет уж, я сказал двигатель. То есть юмор строится именно на этом, и удивительно, что Марвел взяли его оттуда и пустили снимать «Стражи Галактики», и, как мне кажется, данный человек действительно много творчества приносит, но это исключение в большом кино. Есть артхаусные фильмы, там творчество есть. Например, полуартхаусный фильм вот из последнего, это 15-го года фильм, по-моему, то, что я просто смотрел, «Ведьма». То есть, если взять все голливудские ужастики, которые делают большие студии, они примерно похожи. Бум! Вот это вот стандартный скример, вот это все, оно стандартно похоже. «Ведьма» — совсем другое кино, там нет ни намека на эффекты, очень такие крутые хромакеи, естественно, нету. Это очень странный фильм ужасов, который действительно показывает, что творчество есть. Но, безусловно, студии всех задавили, хромак — наше все. Ну, в плохом смысле, безусловно. Это мое мнение. В российском кино творчество, хоть вот прям наваливай, бери в ложку и наваливай творчество. У всех такое творчество фильмов плохих. Расскажи, пожалуйста, нам про художников вообще в кино. Что ты про них знаешь, что можешь про них рассказать? Они вообще существуют? Безусловно, мало знаю про художников в нашем кино, потому что очень мало известно из этой сферы публикуется, мало, так как мало удачных фильмов, естественно, нет никаких артбуков, нет никаких. Есть какие-то вот концепты первоначальные, и то это очень редкие. Вот опубликовали концепты российских фильмов, это как раз вот «Мафия» была, и «Защитники». Больше концептов в российском кино я не особо видел. Понятное дело, что на самой площадке трудятся художники, но неизвестно. Ну, «Панфилд», там был кое-какой концепт, но это такой наброски на постер. Не сказать, что это концепт персонажей. То есть это не какой-то творческий процесс, где разрабатывают, как будут выглядеть персонажи. Это нечто иное. Но в западном кино, безусловно, это люди, которые рисуют концепты, предлагают свое видение. И вот «Мэд Макс», в который раз приведу пример, я дарил Жеке артбук по «Мэд Максу». То есть там на каждой странице была раскадровка по кадру фильма. И там было написано вот
висят микросхем у кого-то, mm-hmm. что они означают, зачем они висят, то есть вот так проработано, и каждый элемент одежды объяснялся, он был прорисован очень детально, интересно, и на Западе, естественно, проще найти информацию, нежели в нашей сфере кино, потому что у нас мало что публикуют, и так как я больше изучаю наше кино и критикую его, поэтому мне надо его изучать, сложно сказать, что у нас в России или в СНГ в целом, неважно, с концептом, что с художниками, как они поживают. Вот. Непонятно. Вообще непонятно. Существует ли... Нет, существует, безусловно. Вопрос не раскрыт их деятельность. Те документальные фильмы, которые я смотрел, российское кино, это «Ирония судьбы 2», как снимали, «Джентльмены 2», как снимали, «Ночной дозор». Даже в «Ночном дозоре», казалось бы, можно про концепты рассказать, то есть они много своего привнесли, что в книге не было, там, допустим, вытаскивает этот меч, но в документальном фильме ничего об этом не говорили. Как не раскрывает роль художников в российском кино? Вот. Есть определенные режиссеры, которые уделяют внимание, как будут персонажи в кадре выглядеть, почему они стоят именно так, но я не думаю, что это массово. По большей части это раскадровки просто примерно понять, как, какой кадр с каким будет. То есть как мы будем снимать, не спорю. Вот у нас есть раскадровка и так далее. Я думаю, что у нас не особо задумываются, но на Западе, понятное дело, что этого навалом, но опять же, навалом у определенных режиссеров. Я не думаю, что каждый режиссер задумывается, что у него в кадре будет. А если кто-то в нем находит что-то, возможно, это СПГС. Весьма возможно. И есть люди, которые очевидно это показывают, про того, кто это Пол Андерсон. Я вот его как раз с самого начала хотел привести в пример. Человек, который просто помешан на выстраивании кадра. Он любит центрирование. То есть последнее, что я у него смотрел, Гранд Будапешт. Если ты хоть пальцем коснулся моей мамы, живой или мертвой, я сплю со всеми друзьями. Это шифр. Он вообще в 4:3 был снят. И в 4:3 идеально можно кадр разделить абсолютно ровно. И, естественно, у него вот центрирование великолепное. Но я бы не сказал, что я бы хотел смотреть все фильмы так. Это вот такой максимальный пик центрирования, максимальный вот, по кадру, работа с кадрами, с кадром. Максимальный пик работы с кадром. Но при этом я бы не смог смотреть такие фильмы постоянно. То есть это классно, когда ты это видишь отдельно. То есть есть миллион других фильмов, есть Пол Андерсон, который вот центрирует именно так. У него вещи всегда построены вот идеально. Здесь стакан, по цвету также все сочетается. Это интересно, но когда все бы так делали, я думаю, что это было бы... Ну, или мы привыкли, и в этом не было ничего, или, ну, просто надоело. Из слабых, кто вот так делает, то есть... Не то чтобы совсем явно, это режиссер Рёв, хотя нет, последние фильмы Рёв, но они прям он очевидно делают по цвету или по кадрирую, но пример Drive. Там есть замечательный канал Every Frame Painting, я посоветую всем его открыть для себя, и там человек гораздо интереснее и с более подвешенным языком расскажет про кадрирование с примерами. Зайдите, посмотрите обязательно. На Drive есть в том числе очень хорошее видео. Вот. Я как раз хотела спросить тебя, какая визуальная составляющая фильма тебя впечатлила больше всего за последнее время? Да, наверное, только Mad Max. Я вот только всегда упоминаю в последнее время Mad Max, потому что ну, визуально, наверное, еще именно по кадру это Mad Max, потому что все эти находки в стиле ночь, снимать днем. Просто с линзами дополнительными затемнять и так далее. И просто потом покрасить на постпродакшене. Это очень интересно и клево, но это, опять же, очевидно. То есть Mad Max, чтобы не заметить, насколько там используют цвета, надо быть слепым. Есть, безусловно, фильмы, которые гораздо тоньше. Но так как все это направлено на подсознание, цвета, кадры и так далее, очень сложно заметить. То есть вот самое очевидное я заметил, в более сложных фильмах или там где-то незаметно, это надо разбирать. С такой я не углублялся особо.
понятно, что по классике есть Кубрик, есть Хичкок и так далее. Но эту классику все знают. То есть сейчас сложно сказать, я вот последний смотрел фильм Хичкока, и там замечательно. Нет, последний Мэд Макс. Но там самое очевидное, поэтому я легко заметил, любой там заметил работу с цветом и показы. Там тоже концентрирование. Понятно, что погоня — это центральный сюжет всего фильма. И все по кадру упирается в центр. Вот. И, кстати, тоже вот с канала, по-моему, как раз Every Frame a Painting, или есть такой же канал замечательный, он просто примерами гораздо яснее было бы. То есть, как делал Миллер, он использовал всегда в кадре персонаж появляется туда, куда смотрит зритель. Зритель, допустим, смотрит по центру, персонаж всегда появляется именно там. Любое действие, будь то переключение скорости, будь то выстрел из пистолета, все в том же моменте, в том же месте, где и предыдущий кадр. Был персонаж по центру, переключение скорости будет по центру, стрельба будет по центру и так далее, был слева, будет слева и так далее. То есть зритель смотрит этот фильм, и его зрение не бегает по кадру, оно смотрит всегда в центр. И поэтому во многом фильм, наверное, смотрится на одном дыхании. Миллер при демонстрации Mad Max, когда всегда появляется Mad Max в кадре, он заснят, по-моему, с меньшим, если я ничего не путаю, с меньшим количеством кадров в секунду. То есть стандартно снимается там 24 кадра в секунду, все действия, погони, все-все-все, все персонажи 24 кадра в секунду. А именно Max, у него 20 кадров или еще меньше. И получается так, что когда он движется, это все дергается. И создается впечатление, в том числе и безумие для зрителя, потому что все его движения какие-то дерганные, странные, неестественные. Все остальные персонажи нормально двигаются. Вот, и при этом такое количество кадров позволяет действия делать более резкими. То есть Mad Max, сам Max вызывает впечатление такого безумно резкого человека, который может в секунду ударить кого-то. То есть он резко двигается, очень быстро бегает. Это из-за недостатка кадров. Если я ничего не путаю, как раз из-за недостатка, да. Вот это из последнего, что самое интересное было. Хум, можно вот так вот использовать, это интересно. Ну, Фрэнк Миллер, старикашка, который знает лучше всех, получил сколько-то Оскаров. Ну, не он, а вся команда, грубо говоря. Он последний раз «Делай ноги» получил, тем не менее. Я прям вот последнее впечатление от Mad Max было. Только Mad Max, только победа. Отлично. А есть куда все-таки художнику сейчас кино податься? Стоит ли оно того? И есть ли хоть какое-то творчество? Я не особо понимаю в российском кино вообще кому-то куда-то подаваться, потому что с деньгами в российском кино все плохо. А, понятное дело, что есть попилы. Попилы — это и заработок, но и вопрос, много ли получается этого художника с попилов в российском кино. Просто, насколько мне известно, многие актеры очень плохо получают, точнее, большинство очень плохо с ролями, и ситуация весьма шаткая, непонятно. Видимо, держится все на деньгах, которые как раз кто-то распределяет и кто-то получает, и на чистом энтузиазме, потому что, насколько мне известно, многие актеры соглашаются снимать с фильм, в котором, ну, нет бюджета. Снимает фильм, допустим, вот Рома Каримов. И к нему соглашаются идти, потому что это, во-первых, он, какое-никакое имя. Не сказать, что, я не хочу сказать, что это Тарантино, грубо говоря, что сейчас скажут. Нет, но это для российского кино имя, безусловно. И все знают, что он снимает крепкое, такое вот крепкое кино. По крайней мере, начал с этого, и вот я последнюю картину смотрел тоже. Крепкое кино, которое искренне снимается человеком, то есть он хочет не заработать, а снять. Оно снимается за копейки, естественно, у него нет зарплат для мега-актеров. И хорошие актеры, которые с других могут брать деньги, идут сниматься за копейки, просто хотят сняться. В связи с этим, естественно, фиг знает, что делать с художником вообще. Концепты, дорогие картины, если есть, дорогие картины, «Защитники» относительно дорогие, еще какие-то, то есть там миллионов 10. И если эта тема позволяет рисовать, то да, то тогда, наверное, набирают художников, и есть смысл. Но вопрос, легко ли туда попасть художнику? То есть я вот рисую, допустим, концепты, я очень хорошо рисую. Легко ли мне попасть в
в сферу, где снимают фильмы вот от 10 миллионов или до 10 миллионов. То есть, понятное дело, что на какие-нибудь короткометражки или фильмы, снятые за 100 тысяч долларов, с руками оторвут. Но художникам вообще это надо, идти в фильм где 100 тысяч и им дадут поесть. Вряд ли. Художник тоже хочет зарабатывать. И он может идти, естественно, когда интересно ему что-то, какая-то концепция, но у нас давно чужих не снимали. Концепция художника не будет интересна. Скорее всего, это какая-то камерная история, где надо нарисовать раскадровки. Вряд ли художник на это пойдет. Поэтому сложно все в кино, и не только с художником. Со всеми. Все плохо. Вирус, на это все. Да. А хорошие примеры есть, когда повлияли, когда сделали культ? Я не знаю, мне интересно, Кинзаза с ну, по-любому художник был Советский Союз. Они вроде выделяли. А раскадровки по-любому и концепты были. Вот Кинзаза. Я не знаю, Кинзаза в 88-м, если я не путаю. И спустя столько времени в России снимали «Ночной дозор». Из таких вот блокбастеров, где могли действительно делать концепты. Скорее всего, «Ночной дозор» из последнего удачного. Но много художников уже, в том числе и на Западе, работают. Да, конечно. То есть, безусловно, что много русских, там, любых национальностей СНГ работает на Западе. И, наверное, там все в кино получше все-таки. Ну, на Западе, в смысле, в Голливуде. Не сказать, что где-нибудь в Сербии получше. Вот. Но тоже очень сложная степень вхождения. Нужно обязательно знать язык, понятное дело. Нужно вертеться в этом. И как обычно, что там, что у нас, все делается через брат, сват и так далее. Я знаю художника, вот он знает, вот посоветую, вот он. Или есть агентство, которое их находит. Чтобы попасть в агентство, тоже очень сложно. Это все заморочено. Тяжело художнику, на самом деле. Если какого-то имени нет, наверное... Очень. Есть возможность, наверное, раскрутиться за счет интернета, сейчас появилось. То есть интернет знает какое-то имя, и это круто, что какой-нибудь художник делает арт, делает концепт какому-то фильму. Но надо, во-первых, имя раскрутить, и надо дождаться такого фильма. В России это очень тяжело, на Западе легче. На Западе, наверное, эта схема работает. У нас вообще не представляю, как. А вот с исторической точки зрения, ты можешь назвать каких-нибудь выдающихся художников, которые сделали нечто классное в кино? Ну, я, кстати, действительно пытался придумать кого-то, кроме Гигера, но так и никого не вспомнил. Я честно пытался. Понятно, наверное, что есть много других художников, надо думать и вспоминать, кто есть. Кстати, что удивительно, художники, наверное, самая нераскрученная часть киноиндустрии. Почему? То есть... Yeah. В плане известности. Очень много известных, казалось бы, композитор, но все знают композитора Нолана, все знают какого-нибудь Стива Яблонски. Наверное, это как... Да, в том числе «Звездные войны». То есть все знают, ну, много людей знают композиторов. Художников, кроме Гигера, я вот пытаюсь вспомнить сейчас серьезно, чтобы не быть банальным. Никого не могу вспомнить, кроме Гигера. Насчет Гигер сумасшедшим был, но это и нам на руку сыграло. Да. Нам, любителям кино, в смысле, а не... Вот, поэтому только, наверное, Гигер. Чужой, сейчас его... Я не знаю, Гигер умер уже, и сейчас выходит «Прометей 2», который называется «Чужой. Начало». Мне что-то в «Прометей» не нравились концепты «Чужих». Угу. Что вот, наверное, в новых «Чужих», я пока не знаю, что там будет, но это будет очень спорно. То есть, это последнего «Чужого», которого нам показали, но это вообще не Гигер, это какой-то прям, ну... Мне он не нравится просто. Классические, каноничные мне нравятся. То есть, это «Чужой», «Чужие», хотя над «Чужими», как, насколько мне известно, он не работал, но все равно за основу взяли все гигеровское. Я, наверное, не путаю. Да, вроде над «Чужими» он не работал. Не скажу имя художника, но, наверное, очень много людей видели арты к продолжению. Именно не «Прометеев», а именно «Чужого», который Бломком должен снимать. Это вот «Чужие 5», я не знаю, как они будут называться. Они продолжение второй части. Вроде как они вычеркнут третью, четвертую. Это продолжение именно второй части. Там Майкл Бьен и Сигурни Уивер планируется. И концепты, наверное, очень много людей видели, где Майкл Бьен с опаленным лицом и Сигурни Уивер, пацанистики, старенькие уже. И вот они опять должны столкнуться с «Чужими». Это продолжение... Именно второй части фильма. Просто много кто видел, но имени, опять же, я не знаю. Вот, то есть, с художниками такая проблема. То есть нету...
концепты, может, многие видели, арты видели, тоже, наверное, все есть такие арты, которые все видели, но так как художники постоянно меняются, и это, наверное, даже чаще, безусловно, это чаще, чем композиторы в фильмах, то есть художников можно менять очень быстро, и художников достаточно много, вот, и нету каких-то людей, которые были бы, точнее, не так много людей, которые являются вот гарантом, или людей, из-за которых образовалась вся франшиза или там киновселенная. Вот Кигер — это «Чужие». Его имя известно, потому что это концепты и потому что это стало... Почему появился «Чужие»? Вот Кигер был, вот его за основу взяли документальные фильмы и так далее, и раскрутилось имя, и это имя стало брендом, грубо говоря. Так как сейчас очень много блокбастеров выходит, концептов много на Западе. На Западе, естественно. Вот. И художников много. Слишком большой поток людей, и нету такого, который вот... художник, которого все знают. То есть это довольно грустно, но, видимо, специфика профессии. Я просто не особо смыслю. Возможно, все сейчас смотрят и, как ты не знаешь, Василия Уточкина. Он же замечательный концепт рисовал к фильму «Вьетнамский рынок». Ну, то есть я не в курсе. Возможно, есть такое, но лично я не знаю поименных художников, к сожалению, хотя я кино очень люблю. Вот кроме Гигера я никого, наверное, не смогу назвать. Тот же Mad Max, артбук я смотрел, я не назову, кто рисовал раскадровки или кто рисовал арты, концепты, вообще не назову никого. Хотел привести в пример человека одного, но забыл. Есть режиссер один, который и снимает кино, и делает раскадровки к своим фильмам, но я не помню, кто этот человек. Был статью целую читал, там были собраны режиссеры, которые, грубо говоря, занимаются многим. Там и был режиссер «Нечто», который делал и музыку к своему фильму, и фильм снимал, и частично, по-моему, на раскадровке тоже делал. По-моему, это, кстати, может быть Карпентер, но я могу ошибаться. Окей, а если взять какие-то фирменные фишки режиссеров на удержание внимания зрителей, это же тоже художественный прием. Ну, безусловно, вопрос, как здесь... Здесь все-таки видение режиссера, если это концепты не рисуют, точнее, концепты изначально не нарисованы именно в таком виде, это все-таки привносит режиссер. Наверное, это больше действует так, как это больше всего действует на подсознание, и при первом просмотре, если не выпирать настолько явно, как, опять же, Андерсон вот в последнем фильме Миллера. Если это вот настолько не выпирает, зритель этого не замечает. Это все действует на подсознание, какие-то цвета, естественно. Тут еще интерпретаций огромное количество, так как цветов очень много. Интерпретировать можно по-разному. Есть какие-то определенные классические, грубо говоря, вот манипуляторы. Например, Дисней. Они прям вот любят манипулировать зрителем в контексте цвета в кадре. Насчет постановки кадра не скажу, но цвет они прям обожают использовать. Красавица и чудовище. Красавица единственная, у кого синее платье. Она единственная у кого. То есть есть такие вещи. Ну, Дисней, понятное дело, в мультфильмах, наверное, проще. Наверное, даже вот как раз там художники на первом плане, они изначально все в их руках. Особенно классические мультфильмы, естественно, и они могут направлять ум зрителя, тем более здесь зритель маленький, следовательно, надо вообще филигранно, идеально это исполнять для детей. И Дисней, наверное, вот мастера, старый классический Дисней. Из современных Пол Андерсон, он очень любит играть с цветом, безумно любит играть с цветом. Рёфан, у него, по-моему, сейчас это ушло в какой-то вот драйв, окей. То есть до драйва он не был тем Рёфаном, которого все любят. Это был Бронсон. Он снял Бронсона. Это не сказать, что тот Рёфан. Это фильм. Это не сказать, что фильм Рёфана. Тем не менее, драйв. Он играл там и с кадром замечательно, и с цветом. Но потом его как-то вот прям совсем повело, и он снял «Только Бог простит». Постановка цвета великолепнейшая. То есть половина цветов там синие, половина красная в кадре, и вот прям вот великолепно все. Но сам фильм при этом ни о чем. То есть лично для меня мне очень понравился. Но кадры замечательные. Я сейчас пример приведу самый странный, но есть фильм такой «Каратель 2». Он очень спорный. Да, он очень спорный. Я не знаю,
Почему, тем не менее, доподлинно известно, что в нем не знаю зачем. То есть даже вот в фильме «Каратель 2» это есть. Там в каждом кадре используется 3 цвета, если я не ошибаюсь. То есть я ошибаюсь точно, что там ограниченное количество цветов. Я просто очень давно смотрел. И каждая сцена там есть только 3 цвета, грубо говоря. Не знаю, как это влияет на подсознание. То есть закладывала ли девушка-режиссер что-то на подсознание зрителя, но там всегда 3 цвета. То есть это или зеленый, коричневый там, и красный. Или, ну, то есть всегда... Это визуально интересно, безусловно. Но вот оно нахрен нужно в «Карателе». То есть вот такой вопрос еще возникает. Из цветов есть самый очевидный пример. Это «Матрица». «Матрица», вся «Матрица» зеленая. Весь ненастоящий мир с зеленым цветкором. Реальность без этого. В реальности человек видит нормальные цвета из сериалов. Не сказать, что Breaking Bad совсем очевидно. Там есть очень явные прям намеки на цвет, но самое очевидное будет это детектив настоящий. Там весь сериал сделан в очень... У него грязная пленка, безусловно. Ну, грязный цвет такой. И там цвета желто-зеленый. Вот такой желтоватый-зеленый, это, как мне кажется, это все из ПГС. Вполне возможно, что это все из ПГС, но тем не менее оно демонстрирует сумасшествие частично персонажей, но по большей части мира, в котором они находятся. Они находятся в стане людей, где там вуду, верование, еще что-то, кого-то режут, тут убивают и так далее. Это они вот все кадры смотрят ужасные, там какие-то метамфетаминщики страшнейшие, люди в масках, просто вот крыша едет. Все идет именно по цвету желто-зеленый. Это желтое, по большей части, ассоциируется с безумием. Понятное дело, что есть красный. Но тут еще такая тонкая вещь. Есть нации, для которых определенные цвета играют определенную роль. У нас это одни цвета, у Америки другие, Азия вообще другое. И, безусловно, если показать нам красный, допустим, сейчас это будет одно. Если в Америке в 70-х, в 50-х показать красный, когда была советская угроза и так далее, это раскручивали, красный иную интерпретацию имеет. «Звездные войны» — самый очевидный пример. Опять же, это не в контексте Советского Союза или чего-то, просто там персонажи мечи. Самый вот легчайший пример — это мечи определенного цвета. Красные — там злые персонажи, у светлой стороны, естественно, светлые. Есть Мисс Винду, по-моему, персонаж. Да. Фиолетовый. Этот цвет, он еще... Надо смотреть, естественно, сопоставлять, как работает цвет, можно понять по «Звездным войнам». Можно посмотреть на персонажа, который владеет этим мечом. У Мейса Винду была раздвоенность личности. Он был и жесткий, как бы, и злой, но при этом он контролировал злобу, и он как бы вроде на светлой стороне. И фиолетовый, он у него единственный такой меч был, он вот отождествляет именно это междуречие, скажем так, раздвоенность персонажа. Он контролирует себя, но всегда может перейти в какой-то из цветов, кстати, там, злее или добрее. Вот самые, наверное, очевидные примеры. Ну, по классике черный-белый, в черно-белом кино я перед этим интервью осмелился изучить Хичкока частично, как в черно-белом. Мне просто интересно стало насчет того, что как в черно-белом кино манипулировали цветом, если там всего два цвета, белый и черный. Ну, понятное дело, что есть оттенки, но говорим просто, там персонаж сначала в белом белье, с белой сумкой, и потом сцена после воровства денег, у нее черное белье и черная сумка. То есть даже вот в таком ограниченном пространстве можно использовать цвета. Ну, контрастность, понятное дело, это тоже важнейшая, наверное, такая важнейшая деталь для киношника, инструментов. Есть контрастность. Это понятное дело, что любую сцену можно сделать темнее и так далее. Но это такие уже мелкие. Здесь не сказать, что цвет, это цветокоррекция, это все вместе. Вот. Надеюсь, что хоть кто-то что-то понял в этом по таким мыслям. У меня просто очень много всего в голове, я все вываливаю. Разбирайтесь сами. Мне вообще без разницы, как вы это поймете. Разбирайтесь сами. Я не структурировал свою мысль, у меня поток. А как ты думаешь, сейчас режиссер является художником? Его можно так назвать? Смотря какой режиссер, смотря какой фильм, смотря какие бюджеты.
Тарантино является художником, безусловно, сделал себе имя, за ним уже толпы фанатов, уверены, что его фильм соберет деньги, а это самое главное. То есть, если режиссер застолбил за собой уже вот такой вот образ, я снимаю, что хочу, но при этом я собираю очень много денег. Также Джеймс Ганн. Я снимаю денег, будьте уверены во мне. Ему дают деньги, он снимает, собирает, он делает, что хочет, люди это смотрят, люди этому радуются, естественно, он художник. Он вот, волен делать что угодно на площадке, как угодно кадр выстраивать, что вот его голове взбредет. Но при этом много примеров, когда режиссеры, даже в том числе крупные, но которые попали в спорные финансовые ситуации. Если предыдущий фильм не окупился, режиссер, если он очень сильно зависит от студии, если ему нужны бюджет и так далее, он попадает в спорную ситуацию, когда ему надо продолжать карьеру. То, что он хочет, он снимать не может. Вот он берет какую-то работу, и он начинает снимать для кого-то. Тут полное воздействие кукловодами, которые являются продюсерами. Они больше художники, нежели он. Они могут видеть криво, могут вообще ничего не видеть, могут полный бред делать. Тем не менее, он полностью подчиняется их воле и делает, что они просят. То есть вопрос, кто и в какой момент времени. То есть я думаю, что в теории может и Тарантино попасть в ситуацию, когда, хотя, наверное, вряд ли, но в теории может попасть в ситуацию, когда раз и никто не дает ему денег, и ему придется делать, что скажут продюсеры. На днях поступила информация, что он в теории может снять Deadpool 2. В принципе, не будут, наверное, сильно давить на него, но я думаю, что там могут что-то подсказывать, но он, скорее всего, из тех людей, которые пошлет и уйдет, если вдруг что-то не нравится. Хотя, опять же, Marvel в последнее время слишком толерантно к режиссерам, что замечательно. Опять же, Джеймс Ганн. То есть они, если что, дадут полный карт-планш. Но смотря какие продюсеры, смотря какие режиссеры, то есть это совокупность факторов, и, безусловно, режиссер может быть художником, может быть кем, вот, любым человеком, то есть кого не возьми, снимают продюсера, люди за ним, еще что-то. То есть полностью, он просто подписывается, грубо говоря. Из российского, наверное, приведу в пример сериал, был такой, как их, люди, которые развозят... Дальнобойщики? Нет, деньги из банков. Инкассаторы? Инкассаторы и метод. Это снял Быков. И не сказать, что там очень видно стиль Быкова в этих сериалах. Это не «Дурак, не майор», это другое что-то, это сериалы, это не Быков. Вот тут вот пример того, как снимает режиссер, но когда он неполноценно художник. Он, безусловно, вкладывает очень много от себя, но это не полностью его работа. Он не может подписать ее там, я режиссер такой работы. Нет, он режиссер, но это фильм Квентина Тарантино такой. Фильм Быкова такой. Я не сравниваю их, я просто пример. Вот. И он не может подписать сериал так же. Допустим, фильм Быкова, сериал Быкова «Инкассатор», он так не подпишет. Потому что там очень много продюсеры. Да, и так далее. Опять же, есть замечательный пример Blade Runner. Есть же театральная версия, есть режиссерская. Они довольно сильно различаются, потому что режиссер видел не так, его видение другое. Он тут художник полностью, но продюсеры после получения всего материала почикали, как хотели. И он сказал, что нет, моя версия другая. Это вы сделали свое видение. То есть вы взяли кадры моего видения, почикали и демонстрируете свое, но это не мое, грубо говоря. И потом выпускается какой-то другой фильм в режиссерской версии. Так же было с «Горцем», но там уже ничего нельзя было исправить, там просто все уже по швам пошло, тем не менее. Что было с «Горцем»? Просто что интересно было такое с «Горцем»? Вторая часть отвратительнейшая, которая про инопланетян, где на самом деле «Горцес», да. Там дело в том, что вот эта концепция довольно популярна была в то время. Там и есть борды, как в «Назад в будущее», некоторые персонажи летают, и вообще концепция будущего. Там что-то взяли из Blade Runner, что-то еще откуда. То есть они взяли тренды, засунули их вот в этот фильм. Они сказали, что это видение режиссера. Режиссер попытался выкрутиться, выпустил Renegade Cut. Renegade Cut не особо спас. Ну, то есть во многом продюсеры... Бывают случаи, когда продюсеры запарывают. Бывают случаи, когда продюсеры, наоборот, они очень опытные люди, дельцы. Они делают вот как считают нужным, и они правы. Но с другой стороны, продюсерам надо заработать деньги. И продюсеры могут, если это опытные дельцы, они будут сгибать именно в контексте зарабатывания денег, а не своего видения. В общем, самое ужасное, что может случиться, это когда продюсеры
выгибают режиссера в контексте именно своего видения. То есть они не выгибают в контексте зарабатывания денег, что логично, кино для зарабатывания не существует. Они вот сгибают, чтобы они как-то по-своему видят и вот делают. Так много в России фильмов заборов в том числе. Потому что продюсер говорит, а вот я хочу вот так. И делаю, вот я плачу, я продюсер здесь, и делаю так, и снимаю какой-то отстой. Так было с фильмом «Ночные стражи», который в том числе у меня есть обзор. Это во многом продюсерские промахи. Режиссер там взят как кукла. Это довольно известный литовский режиссер, потому что его называют литовским Гай Ричи. Он снимает в стиле Гай Ричи. Довольно неплохие фильмы. Снова «Зеро» и «Редиректор». Довольно неплохие фильмы. И у него действительно интересное видение в контексте литовского Гай Ричи, когда он все то же самое, все то же самое, что у Гай Ричи, только в Литве. Эти копники, СНГшные, вот это вот, потому что там, ну, видно прям вот частично там российское, можно сказать, российские реалии немного. То есть это интересно, его видение интересное. Его взяли в фильм «Ночные стражи». Непонятно зачем. Хотели снимать комедию, взяли его. Его видение было другим. Продюсеры сказали, вот наше видение, чтобы вот этот режиссер снимал. Они взяли его, он не понимал, как я... Это мое личное мнение. Он не понимал многих шуток, так как это вот фольклор и так далее. Он все это сделал под Запад, потому что он на Западе. И получилось вот хрен знает что. То есть вот, вот проблема видения, когда режиссер художник, частичный. То есть здесь он частично художник был, а он вот сценарий изменил. Тут зависит от случая. Безусловно, в общем, режиссер является художником. Тогда у меня вопрос. Скажи, это все так насильно и безнадежно, все погрязло в менеджерах, никто уже не принимает решений, все решает продюсер. Есть ли какая-нибудь надежда? Дай нам надежду, а? Но это кино, все-таки речь идет про кино, которое зарабатывает очень много денег. Что Blade Runner, что не зарабатывает, что стоит много денег. Что Blade Runner, что Горец 2, что даже Ночные стражи. Для российского кино это много денег. Это примеры, вот, когда фильмы достаточно дорогие. Когда фильмы безбюджетные, для Запада это от 1 до 5 миллионов относительно «Пила», никто ничего, продюсеров не особо вот сильно давил на ван. Он снял вот так, и это очень удачно. Франшиза на 7, сейчас 8 фильм снимают, 8 «Пил». Вот. А в российском кино это, наверное, бюджет вот там вот до, наверное, до 500 тысяч. То есть неадекватные люди были сняты, если я не ошибаюсь, за 100 тысяч. Рассказы тоже очень дешево были сняты. И это кино от людей, которые вот хотят кино снимать. Они снимают такое кино, вот есть режиссер замечательный Шамир, российский, он снял «Со мной вот что происходит», бесконечно будет рекламировать этот фильм везде. У него тоже вот не особо большие бюджеты, но он снимает абсолютно искренне. И это, безусловно, хорошее кино. Выход или идти в... Ну, если мы говорим про художников, художникам нужны размахи, концепты, классно придумывать какие-нибудь костюмы из будущего, там, щиты из прошлого и так далее. То есть интересные концепты. Там, взять какой-нибудь старый футуризм, как в... Как правильно называется? Что именно? Ретро-футуризм. Ретро-футуризм. Вот, да, ретро-футуризм разрабатывать. Это очень классно, но такого кино очень мало, и особенно в России. И если такие фильмы нужны... начинают снимать, и, естественно, прогибают всех, потому что это большие деньги. Поэтому в России выбор не особо велик. На Западе побольше, но там другие возможности. То есть попасть... Точнее, нет, другие трудности. Попасть сложнее, чем русским художникам в русские фильмы. Вот. Я просто думаю, что у вас случилось кино, не будет с ним художником. Можешь представить себе такое? Камерное кино, грубо говоря. Ну, то есть... В моем представлении художники нужны для разработки, в том числе и каких-то концептов. То есть у режиссера есть идея. Вот я хочу, чтобы, отправляясь в прошлое и там, в будущее, у персонажа было такое-то оружие. Вот оно то-то делает, оно интересно выглядит, и против него сражаются такие существа. И художник пытается это реализовать. Режиссеру нравится, он соглашается. То есть художнику нужно вот размах, нужен размах, безусловно. И для камерного кино художник, я не считаю, что художник нужен. Художник по декорациям, безусловно, «Иронию судьбы» взять. У них был художник по декорациям. Но вроде как таких концептов там
заливная рыба не концепт. Вот. Ну, там, если ты помнишь «Иронию судьбы», он очень мрачный фильм, снятый в темных красках, вообще такой безумный. Да, да, да. То есть... Говорилось, кстати, была легенда о том, что у художника-постановщика у него умерла жена в этот момент, поэтому он не мог ничего рисовать. Сделал намеренный новогодний фильм в очень мрачных декорациях питерской квартиры. И сделал... московской. Да, и московской. На самом деле, все это московская квартира, да. Да. Но, тем не менее, то есть... Без художников, наверное, не было бы интересных фильмов про будущее, не было бы интересных фантастики, фэнтези и так далее. То есть, художники очень сильно роляют, но роляют при бюджетах и при необычном кино. Ну и финально, наверное, хочется тебя спросить, уходит ли все в какой-то аврал и все будет плохо, или же есть какая-то надежда, что все будет хорошо? Есть компьютерные игры, есть MMORPG, есть мобильные игры, все-таки есть дорогостоящие проекты. Наверное, даже книжки стоит упомянуть в данном контексте, что работы-то много, поэтому работа будет. А вот как с популярностью, там вопрос. Но никто не идет в рисование с целью своей известности, грубо говоря. Они идут рисовать искусство и так далее, да. Поэтому, наверное, в данном контексте все, в принципе, нормально. Но в российском кино мало все-таки возможностей для реализации талантливых художников. Именно вот один проект может повести какой-то проект, но проект после этого проекта может и не получиться. Там очень высокий шанс, в отличие от Голливуда, где есть конвейер Марвела, где есть DC, есть очень много вариаций реализовать себя. Но с другой стороны, и художников там тоже много. Вот. Но работа будет. Работа будет. Я уверен, так. Мобильных игр очень много. Всем нужны рисунки, всем нужны иконки. Рисуйте персонажей для компьютерных и для мобильных. В конце нашей беседы хочется сказать, подписывайтесь на канал ребят. Они стараются, рассказывают, ведут трансляции и рисуют. Спасибо большое вам за то, что вы посмотрели этот ролик. Огромное спасибо тебе, Жень, за то, что ты наконец-то пришел к нам. Мы очень рады. Спасибо, что позвали. Подпишитесь на канал Беда, хотя у нее и так уже больше лямы, но все равно. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующий раз.